Привет всем зрителям моего канала, сегодня играю на проекте Smart Rarity, нужные ссылочки находятся в описании, также в описании находится мой промокод, которым даст 50 тысяч игровой валюты на старте. Сегодня выйдет нестандартный видос для моего канала, сегодня в видосе будут гонки на дрифт-тачках и также небольшой бонус будет в конце после гонок. Кстати, если вы хотите, чтобы такое дальше выходило на канале, пишите в комментах и я обязательно что-нибудь придумаю. Приятного просмотра. Я это даже оставлю. Едем до этого же места. Да, а как? По-другому. Ты дебил, у меня звуки, блядь, выключены. Я только, блядь, благодаря твоему микрофону услышал то, что ты пытался посигналить. А на штрафах что делаем? А не знаю. Ты меня в тачку уебал! Не, ну на сначала, на. Заново или нет? Нет, едь давай, блядь. Да, как мы с без круиза. Это точно, кстати, без круиза, кстати. Ок. Я такой на тебя еду, смотрю, типа назад и бац, сам ловлю лабаш. Красивый в дрифте, он там заезжает. Да правда, я стараюсь как можно быстрее ехать. О, пизда тебе, друг. Да не, я за тобой, как мышка. Блин! Ну все, ГГ. Я же сказал пизда тебе. Нет. Ну чё, заново? Ты улетел? Ну, да. Прям с трассы? Прям с трассы, прям на берег. Ладно. Рыбачь пока, ща приеду. Слышь, едь к светофору, сбей меня, у меня хп восстановит. Ща. А, меня хп не восстановит. Я это видел. Оно восстанавливается до того же самого значения, чтобы чуваки не хилили на каптах других чуваков. Я понял. И чё он мне-то? Бычара какой. На счет 3, давай. Да стой, блядь, остановиться-то можешь? Я на линии. Раз, два, го. Я без лонча, без всего вот этого. Я тоже просто газ. Супра у него быстрее, блядь, соси хуй, блядь, лох. На супре. Без круиза. Да это я помню, это себе ты напоминай. Эх, не поймать бы никого. Ну все, ГГ. Блять, сам виноват, ездить не умеешь. А у тебя, кстати, у слива, по-моему, максималка-то больше или такая же? А сколько? 236. 239, 3 км в час ничего не решат, если у тебя скилл есть. Блин, вот бы ты поймал кого-нибудь, было бы прикольно. Скилл. Устраивает? Нет. Да, ничего не решает, я тебя догнать не могу. Так, блять, по прямой. Даже если бы у тебя такая же максималка была, ты бы тоже меня не догнал. Ну... Проходи поворота нормально. Ты бы не отрывался от меня. Без круиза. На тебя не похоже. Да, я штраф получил. Ля, радиус не... Я даже слышал, как я в него въебался. Он мне дверь черканул. Не, он, кстати, не черканул даже мне дверь. Не, меня уебал. Но он бы мне зеркало бы снес, если бы это было реально. Сначала сказал то, что черканул, потом вспомнил то, что ты видос записываешь и переобулся. Знаешь, где? Я видел. А где ты? На самом деле это рил, бля, бессмысленное занятие. Вот так вот один раз уебался, и тебя уже точно невозможно догнать. При том, что повороты тут уже закончились. Ну как сказать? Ну я в повороты тут хожу, то есть я тебя жду все-таки. Поддаюсь так. Нахуя? Нахуя? Ну, в чем смысл тогда? Тут Эвик передо мной разложился. Ехал себе спокойно. Ой, так ты уже рядом? Ты на какой скорости сейчас едешь? 200. А что там, кстати, про переобувочную говорил? Не сейчас. Ты сосредоточен? Да, я просто знаю этот поворот и что будет дальше на нем. Я тоже знаю.
О, тут стреляется. Ага. Не, я проебался. Это как бы не конец испытания. По-моему, пахнет концовочкой. Ну ты, кстати, если мы будем так же дальше ехать, то ты меня обгонишь. Штраф. 7500, блядь. Это скилл? А, это не у тебя скилл. Это у меня скилл. А ты где? Рассинхрон, несоответствие данных. А. Спасибо, игра, блядь. Спасибо, сервер, блядь. Уважаю. Понимаю. А что мы делать сейчас будем? Заново? Блядь, ну, видимо, да. Хули ты еще предлагаешь делать? О, кстати, а меня здесь и заспавнило. Где? Прям тут же. Где ты вылетел? Да. А так давай... Ну, ты недалеко от меня прям был. Давай просто мы начнем отсюда же. Продолжим, в смысле, или начнем заново? Продолжим. Ок. Только я тут уехал немного, но я сейчас жопой. Ну приезжай тогда к этому штрафу, отсюда начнем. Штрафу? Там далеко прям тебя выкинуло. Только мы газик проехали, этот штраф тут и выкинуло. Я Сорян. Ты по встречке, что ли, ехал, блядь? Я жопой ехал в левой полосе. Ну а какой дебил по левой полосе вечно катается? Мне нравится, горишь... И ты мне про встречку, да, что-то будешь сейчас говорить? Да. Стой, встанем, давай как... Ну, уезжай давай, ты чуть-чуть спереди меня был. Я и хотел так. Я, кстати, когда заходил на сервак через F1, у меня пинг горел красным. У тебя как? Он всегда там красным горит, кстати. Нет, у меня то зеленым, то желтым. У меня всегда красным был. А подрезать можно? Да вроде как. Давай решим, пока я тебя не догнал еще. Вот я и сразу и спросил. Я хотел сказать то, что все-таки может не стоит, потому что... Не-не-не, давай нет. Потому что я тогда тебя тоже просто не пускал и все. И ты мне так, блять, ну типа у меня тогда вообще шансов абсолютно нет тебя обогнать, типа в чем смысл? Короче, перед штрафом затормозим, чтоб штраф не получить. Подрежь! Мерседес! Мерседес F10? F90 точнее. А это BMW было? Я просто... Штраф получаем или нет? Давай нет. Я, кстати, тот штраф все-таки получил, я не успел оттормозить. И этот, кстати, получил. Пиздец, ты криво... Ах ты, тварь! Тварь! Я забыл про круиз. Меня все равно назад круиз отбросил. А ты сам рачина, блядь, ебаная. Прощайте. Ну так нечестно, ты круиз заюзал. А меня он назад откинул, блядь. И чё? Можно тогда красиво хотя бы покататься, чисто немного. Для себя любимого? Да. Ну блин, так вообще нечестно, ты круиз заюзал, у тебя максималка на 3 километра больше, чем у меня. О, бля, 7500 штрафа в надежде догнать друга, блядь. У меня 500 тысяч есть, я в казино выбил. У меня уже 30-ка, охренеть. Не, ну я считаю, ты нечестный. Ты просто, ты размазня. Казалось, вроде бы мы закончили гонку, ничего не предвещало беды, но вдруг появился таксист. Таксиста режь.
Бля. Ни хрена он. Го, челлендж таксиста догнать на дрифт-тач. Поехали. Это внезапный челлендж, да, какой-то получается? Вообще пиздец. Типа мы на дрифт-карчинах. У нас максималка больше. А что мы с ним дальше делать? Вот мы его... Я зарежу. Ой-ой-ой. Дай на видос засниму. Чтобы все знали, какой ты. Я его уже зарезал. Я его вижу. А ты где? Потому что я его зарезал, я его обогнал. О, ни хрена! О, ни хрена! Он... А, это не он. Он отомстить хотел, а это меня въебал. О! А, нахуй! Ой! Отсосал. Ну-ка притормози, что дальше будет? Видел, как я его вхуярил в стену? Притормози, прям вообще смачно. Смотри, как он хочет тебя догнать и отомстить. На! Мне кажется, ему надо 10к дать потом. Мне кажется, ему нужно, блядь, научиться ездить. Ты его чуть под БМВ не отправил. На самом деле я его даже возле себя не вижу, это все пинг. Я серьезно, я просто еду боком, он сам в меня въебывается по пингу. И поэтому он не может меня протаранить, потому все, что пинг. О, он тебя забил. Че, ты будешь дальше? Конечно, пизда ему нахуй, сам въебывался. На нахуй, просто в столб его вхуярил. Ну, он, блядь, и сам нахуй не против. Ебать, он дебил, блядь. Он просто, видимо, назад смотрел, а ехал вперед и просто фуру. Та-а-а, нахуй. Он тут еще одного фуру чуть не поймал. Он опять врезался. Мафия, блядь. Они мафиня или как там? Нихуя! Красава! Я его даже похвалю. Джек, он без твоей помощи. Хватит его уже трогать. Мафия, блядь. Какой чел все-таки терпеливый, он просто он едет, и он даже тебе ничего не написал в чат. На. А, мафию. Я что, четырнулся перед ним. Как же таксист сейчас на очке, наверное, сидит, за ним уже две тачки дрифтовые уже сколько катаются, и одна из них подрезает его. Да кто-то тоже меня резал, я только поэтому тоже продолжал его резать. Он, видишь, ждет нас. Вижу, у вас проблемы со здоровьем, блядь. Это надо, чтобы еще психолог написал эту хуйню, было вообще максимально смешно, блядь. Я вижу, вы даун, блядь. У вас аутизм третьей стадии. Ну все получается, можно заканчивать. Я считаю, сейчас идеальный момент заканчивать, когда там семерка просто вылетела из-за поворота на бочине. Все. Происходит, блядь. Что это за аутизм? Я надеюсь, вам понравился этот видос, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ждите новые видосы, пишите комменты. Всем удачи и до встречи!